Вы на канале 18 соток, и сегодня я хочу вам показать и рассказать о сорте острого перца, который называется Оранж Миракл, то есть оранжевое чудо. Раннеспелый сорт острого перца оранжевое чудо подходит для выращивания в открытом грунте и в комнатных условиях. Растение очень компактное, мне нравится, оно раскидистое, но невысокого роста. Плоды конусовидные, торчат вверх. В технической спелости они беловато-зеленые. В биологической становятся ярко-ярко-оранжевыми. Плоды массой около 5 грамм. Ценность этого сорта в том, что он обильно и очень длительно до самых заморозков может плодоносить. Вот так выглядит перец в разрезе. Толщина стенок от 2 до 3 миллиметров. Вкус у него какой-то необычный, такой насыщенный, сладко-кисловатый, еще какой-то привкус и очень ароматный перец. По шкале Сковела от 1 до 4 тысяч единиц. На этом обзор этого перца я заканчиваю. Заходите, подписывайтесь на канал. Будем знакомиться с другими сортами перца.